Вы когда-нибудь были спортсменом, да? Да, я очень много занимался, когда был помоложе, занимался просто так. Занимался боксом, занимался акробатикой. И, да, многими всякими видами спорта. А потом я стал заниматься уже, когда стал актером, стал заниматься спортом для сцены, потому что там приходится делать всякие акробатические номера у нас в театре. У нас театр синтетический, у нас даже есть люди из циркового училища. И когда нужно было, значит, к спектаклям, мы там делали, клали маты и тренировались, всякие, ходили по проволоке и так далее. Ну вот, и еще я стал заниматься спортом в связи с песнями. Очень серьезно отношусь к спортивным проблемам. И пою песни о спорте. Иногда это песни, вернее, чаще всего это песни шуточные. Потому что в спорте есть большая драматургия, там есть столкновения всегда. Кто-то хочет выиграть, кто-то не хочет проиграть. Вот это уже парадокс, потому что один может только выиграть. И поэтому я, значит, написал несколько спортивных песен. Вы хотите, чтобы я спел вам что-нибудь?